Здравствуйте, дорогие друзья! Добрый день! Встретились мы снова с вами. Сегодня мы приготовим 5000-ный обед. Значит, я хочу сделать сегодня мясной торт. Сделаю я эти, боже, скажите мне, пожалуйста, кексики запеку. Тоже давно-давно их не делала с шоколадом. И сделаю закусочные бутерброды вместо салата. Салаты насточертели, честно говоря. Уже салаты. Витамины, сделаю... витамины нет, никогда. Надоели. Мы их и так каждый день потребляем, поэтому сделаем закусочные салаты. Значит, что мне нужно в данный момент? Владимир Георгиевич должен отбить мясо. Мясо порезано вот такими вот пластиночками. А перед тем, как отбить мясо, он должен сделать соус. Да, перед тем, как отбить соус. Мясо, он должен сделать соус, которым потом мясо замаринует. Значит, ну, рассказывай, что ты делаешь. Значит, два зубочка чесночка через вот этот вот аппарат самогонный. Вот, туда же добавим соль и перец, и все. Доверь. И вот это будет такая у нас... Нет, а вот этот соус и сказал? И этот самый, да-да-да, вот этот вот. Как он? Саша, расскажи. Вустерский мы соус. Его добавим немножко, чтобы мяско промариновалось. И оно должно будет полежать минут 15-20 в этом маринаде. А я тем временем делаю тесто для кексов. Значит, что мне надо? Муку не сею, ребята. 200 грамм муки. Котик, ты мне вот тут, понимаешь, будешь мешать. 100 это грамм... народный контроль. В действии. Это почему? 100 грамм сахара. Запоминайте, 200 грамм муки, 100 грамм сахара. Это я смешиваю, пока сухие ингредиенты. Не надо лапой лезть на стол. Теперь, значит, мне нужна чайная ложечка разрыхлителя. Взяла. 17 грамм, да? Ну, все, конечно, условно. Мучи густо или как он там называется? А, ну, я его и высыплю тут у меня. Как тут всего его, да. Тут всего и ничего. Высыпаю. И сюда же добавляю щепотку соды. Несмотря на то, что... Господи. Что там есть разрыхлитель. Несмотря на то, что там есть разрыхлитель. Добавляю соду. Все это хорошенечко перемешиваю. Сухие ингредиенты у меня да готовы. Да не говори ты так, люди думают, что ты не знаешь, как правильно. Ингредиенты.
Все она знает. Все я перемешиваю тщательно. Так, ребятки, там пока перемешивается. Здесь чеснок с чем-то там. Ну, чеснок, соль, перец. И вот, Лен, и хватит вот это? Соус. Или еще добавить соуса этого? Потому что я с ним никогда не работал. Еще чуть-чуть. Котик. Ну, значит, примерно 2 столовые ложки. Так, теперь я беру вторую посудину. И в этой посудине мне надо. В эту посудину я смешиваю масло подсолнечное, 50 миллилитров. Короче, 2 столовые ложки. Так. Кефир. 1%, ребята, кефир нужен не жирный. Тощий. Тощий кефир. Чем можно устерский соус заменить еще, скажи? Соевым. А, можно соевым. Можно соевым. Ну, правда, они в корне разные, но можно. Так, выливаю сюда, перемешиваю все это дело хорошо. А запах ничего так. Вот этот соус, он пахнет вкусно, наверное. Ну, потому что запах хороший. Ну, это как соус унаги, мамка нам дала к сосискам соус унаги. Очень вкусно. Мы пришли, ну, и открытый он стоит. Мама говорит, а что от вас дымом пахнет, он костром? Я говорю, так это не от нас, это от соуса. Ну, вкусно. Ребята, я перемешиваю вот это вот очень тщательно. Надо, чтобы смешался, слежалось масло с кефиром. С тощим. Это очень тяжело будет делать. Ну, ничего страшного, я никуда не спешу. Ребятки, а я сейчас немножко постучу. Постучи, там потому сильно отбивать. Вот такие вот красивые тоненькие кусочки мяса. Вчера была на ярмарке. Значит, у нас была ярмарка. Была на ярмарке. Ну, что я вам хочу сказать? Конечно, с нашими старыми ярмарками не сравнить, но... Тем не менее, рыбный ассортимент... Давайте я подожду. Вот он прилипает, поэтому не так удобно отбивать его. Вот, ребятки, отбилось это все, видите, красотища. А теперь мы сейчас будем делать такие немножко хитрые ходики. Поскольку у нас здесь немного. Лучше, этого... наверное, перевернуть эту доску. Ничего страшного. Да это я просто временно выкладываю. Часть выложу. Так, ребята, здесь у меня, значит, вот я перелила в большую миску, потому что мне надо будет сухие смешанные ингредиенты всыпать сюда, в жидкое. Значит, здесь у меня 150 грамм кефира обезжиренного, еще раз напоминаю. 50 миллилитров подсолнечного масла и разбиваю я сюда одно яйцо. Бульк. Бульк. Знаешь, почему разбиваешь одно яйцо? Потому что полтора разбить нельзя. Да. Можно два разбить. Можно. Сюда идет одно яйцо. Все это тоже чай. Видите, как размешивается очень хорошо, расходится все замечательно. И начинаю потихонечку я сейчас всыпать муку и замешивать тесто. Оно не должно быть эластичным, не должно быть гладким. Оно должно быть комковатым, так сказать. В общем, замешиваем. Здесь маринуется мясо. Да, здесь вот так вот не сильно не заливается это. Это вы знаете, так... Чисто так вот, это вот мариновка идет такая, чисто символически. Ну, почему? Потому что оно, ну, оно там особой погоды-то нет. Делает, понятно, придаст определенный там так вкус. Так вот, ребята, я ж все ж про ярмарку никак не дорасскажу. Да, вот, во-первых, у нас на ярмарке выступали ребята, я не помню откуда они, то ли с советского. Ну, короче говоря, 4 мужчины, разновозрастные, разновеликие. Но как они пели, боже мой, это же я не знаю, это просто молодцы, такие песни пели, и просто замечательные люди пели, и танцевали, стояли вместе с ними, в общем, красота. И нашу бабульку не смогли удержать, и она пошла в песни и в пляски. И я с ними пела, стояла, насколько оно-то, и закончили мы червоной рутой. Теперь смотрите, ребята, вот у меня получилось тесто, духовка включена. Я раскладываю, значит, вот по половиночке. Значит, рыбки было много рыб на ярмарке, рыбы выбор хороший. Рыба была копченая, рыба вяленая, мороженое, свежей не было рыбы, хамса.
была цена хорошая. Я вон купила мясо филе семги за 700 рублей всего-навсего. Так оно 1000 стоит. Очень дешевые были фрукты, овощи. Да. Но не брала, не хотелось их стоять в очереди мне. Вот, да, стояли очереди. Яйца по 45 рублей, партизанские наши, крымские были. Партизанские? Ну, из партизан. А то народ неправильно поймет, фашисты кастрировали подряд всех. Много было, очень мед хороший. Но мед я постоянно беру одного и того же парня. Он как приезжает, мы думаем, в том же месте все вместе. Очень много саженцев было, голубых елей. Просто сосен очень много продавали. Просто ели. Просто ели. В общем, было достаточно весело. Я люблю такие мероприятия. В общем, это к нам 5000 подписчиков и все, устроили ярмарку. Да, 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 да. Так, ребята, смотрите, и укладываю сюда теперь шоколадки. Кто какие любит? Ой, ну, дело в том, что я люблю горький черный шоколад, но это только я люблю. Почему остальные, только ну, я? Ну, нет, ты любишь молочный. Я люблю любой шоколад. Ну, вот. А я люблю белый, но его нет. Но сюда он и не пойдет. Сюда не пойдет. Да. Так, не видно. Он, во-первых, очень сладкий. Ты уже там показал. Ребятки, ну вот примерно и вот... Одну секунду. И закрываю сверху. А, и еще слоем. Конечно, слоем, да. Слоем. Видал, какое я слово? Шоколад, шоколадка, это будет там такой, да. Как это называется? Сюрприз. Сюрприз. Вот. Ну, а здесь вот так вот примерно получилось. Все, вот сейчас она... Лен, холодильник не надо ставить? Не-не-не-не-не. Сейчас, значит, я ставлю туда на край стола 20 минут, ну, чтобы оно немножко взяло. А вообще, прикольно пахнет. Вот я не люблю вот эти вот, я не ем соевый соус, я вот этот не пробовал. Но запах очень хороший, ребят. Не знаю, как на вкус, говорить не буду. Ну, на самом деле, вот этот соус, он такой довольно мощный. А я, знаете, что сделаю? Я попробую. Как обычно, помою эту тарелочку, но не полностью. Ну, такой мощный вкус у него, кисло-соленый такое. А я думал, это как соевый соус, не, это вот не. Одна соль там. Это вообще на соевый не похоже. На завтра мы получили штормовое предупреждение. У нас ливни, ветер, переходящий в снег, может быть, даже. А потом переходящий в цветение, да, в весну. Ну, это недолго, да, там 2-3 дня, а потом опять будет тепло. Значит, сейчас я возьму противень, поставлю на противень и отнесу в духовку запекаться. А Владимир Георгиевич тем временем вот и дорежет грибочки. Понятно. Натереть надо на терочку морковку. Порезать лучок надо будет. Ну, это сейчас я вам все по ходу расскажу. Вот это у меня первая партия готова. Видите, тесто осталось. Вообще, это после количества вот этого вот теста, это на 12 вот таких вот маленьких кексиков. Но у меня только 8, поэтому я буду делать еще один. Потом, попозже. Понесла. Ну что, ребята, а мы получили задание, пока там Елена Владимировна поет «Червону руту», а мы работаем тут. Ребятки, вот теперь начинаем, значит, с грибочками мы закончили, теперь начинаем перец. Ну, перец примерно вот такими же кусочками, как не сильно мелко, не сильно крупно. Это будет все обжариваться отдельно. Там технологии тут такие серьезные, это не просто так. Ну, вот вы, наверное, уже многие посмотрели, ну, может быть, даже уже и все посмотрели нашу знаменитую балку. Я проезжаю там довольно-таки часто, езжу. Ну, как Саша там рассказывал, это самая такая хитренькая система проехать, минуя все пробки, чтобы через город не ехать, потому что там дорогу сделали хорошую. Да, дорога хорошая, она там километра может быть на 2, ну пусть даже на 3 дальше, но зато выскакиваешь уже прям, ну все. Уже даже за конечной троллейбуса. Да, на Ялтинскую трассу. На Ялтинскую трассу, и нормально. Ну, я вас должен еще так слегка огорчить. Я огорчился сам, потому что я вроде был такой самый умный, да? Раз-раз, и на Луштинскую, или там я раз-раз, и домой, когда еду туда. А таких умных уже стало достаточно много. Вот. Так что там есть определенное, конечно, движение. Но, конечно, с городом не сравнить, что там идет и автовокзал, и областная, то есть республиканская больница, народ туда все время ездит, там и Куйбышевский, ну, в общем, там завал. Но
Про Балку. Балка — это, конечно, место уникальное. Вот эта улица, по которой они шли, которая так и называется. Улица имени Петровской Балки. Вот. Там еще лет 20 назад, даже и больше, не было такой вот узенькой, плохой, но такой дорожки. Там была канава, и там постоянно бежала речушка. А теперь вот это вот, когда Саша сказал, что там трубу положили, канализацию центральную, ну, магистральку, бросили, но ни к чему не подключили. Может быть, теперь по этой трубе и водичка там, вот эта вот речушка, стекает. Но дело в том, что в конце Новоровского вода вытекает. То есть с речки, как она текла, так она и вытекает. Там, да, дальше. Ну, речка это назвать нельзя, но там такой ручеек. Ну, ручей, но он, да, практически пересыхал только на 3 месяца. Июль, август, ну, а в сентябре уже он там начинался. Ну, всегда там вода была. А вот это место, где Саша снимал... Тут мне что-то дают, извините. Шпроты. Шпроты. Шпроты, это я люблю очень. А вот... Сейчас, Санек. Где... Там не одну. Одну, естественно. Одну банку, что ли? Ну, хорошая. Так вот, вот это место, где уже начали, как они там, я смотрел в новостях, ну, типа проверочные вот эти вот шурфы, ямки рыть, где вот это показалась керамическая канализация древняя. Вот это вот эта поляна, вот Саша ее показывал, это был наш старый пивзавод. На этом месте был пивзавод. Вот, еще Саша говорил, вот эти вот скалы, в них бомбоубежище. Все там работает, все действует. Не знаю, как там с харчами, там с сухими пайками, но все там поддерживается в идеальном состоянии. Кстати, как ножички поточило. Ножички. А ты к этому носила ножички? Да. Ножички поточились хорошо. Так, Елена Владимировна, вот так сколько вот стоит, я сделал ножики правильно? Поточить? 50 рублей ножики стоят, 100 рублей стоит с мясорубки нож. О, заточила? Да. Вот у нас мясорубка, ребят, вроде электрическая, мощная, и вроде аж начала останавливаться, и мы вдруг решили, что, вернее, не решили, а вдруг обнаружили, что с момента ее покупки ни разу не точили ножи. А так. Пользуемся ей довольно-таки часто. Елена Владимировна, извини меня, ну дай мне, пожалуйста... Терочку. Ой, ну сейчас да. Надо еще сыр. А, ребята, купила я еще на ярмарке. Да. Купила я на ярмарке сыр. Я не знала, что есть такой сыр казахский. Кто знает, скажите. Потому что было много брынзы, адыгейский сыр. И вдруг лежит казахский сыр. Спрашиваю, что такое. Она говорит, ну это похоже на брынзу, только не такое соленое. Ну пробуйте, естественно, дают все. А я хочу, извини, я тебя перебил. Я хочу сказать, что, ребята, вот этот казахский сыр, мне Лена давала попробовать, это вот четко такая смесь адыгейского сыра, он такой, он нейтральный, ну пресный, я его называю нейтральный, и брынзы. И брынзы. Он такой слегка солоноватенький, вкусный. Но очень вкусно, да. А по жирности вот он как адыгей. Да. Хорошая вещь такая, ну да. Правильно, казаки ничего плохого не придумали. И брынза была, и с укропом, и с паприкой, и с паприкой. А с мясом был? Нет. И с чесноком. И в общем, так, ребята, это маслинки, шпротики, это будут на закусочные бутерброды. Еще сейчас яйцо порежу. Короче говоря, взяла багет, попытаюсь срезать его таким образом, чтобы получился вот такая брускетта прям, вот такая, здоровенная. А праздничный обед будет называться «Прощай, здоровье». Почему? А мясо там, да. А что это прощает? Мясо запеченное будет. Ну и что запеченное? Ну, обжаренное сначала. И мясо, опять-таки, это ж свининка, это ж не какая-нибудь там перепелка. Свининка постная. Постная, понятно. Это ж не какая-то перепелка, которая умерла. Что ты от меня хочешь? Своей смехой. Что? Не знаешь? Что, шпротину, что ли? Хочет шпротину. Мася, ты что, будешь шпротину? Мася, поздоровайся с народом. Мяу, скажи. Мяу. Не хочет. Ну сейчас посмотрим, будет он кушать. Сейчас опять пойду мыть руки после рыбы. Ну, что делать? Хамсу купила, очень вкусная хамса. Да. Малосоленая она. И что, ест? А то. Естественно. Ты же ешь, зачем он хуже тебя? Ну, кот шпроту, она же там такая подкопченная. Копченая. Угу. Ему нельзя же много вообще этого есть. Вот что больше не давай. Ну, сейчас еще кусочек, потому что же не даст жизни. Не а даст. Вы знаете, я буду прослаивать мясной торт курицей. Купила окорочок свежий.
только забитая курица, еще три пуха. У нее что, смотрела свидетельство о смерти, когда она померла? Дело не в этом. Я отварила окорочок, вот его ободрала. И вот там же такое мясо, видите, есть и темное, и светлое. И вот он темное мясо не кушает, светлое ждавится. Отварную, ну, курицу любит, он грудку любит отварную. А темное почему-то не стал. Я тебе могу объяснить почему. Он же сам блондин у нас, поэтому все ест блондинистое. Ну и потом тут полный дом свиней, да едят их темное мясо. Хитрое, мерзкое животное. Так, я пошла сейчас обжаривать грибы с луком. Буду. Давайте. Я вам предоставляю это такое право. Это будет слой. Слой. Вот. Один из слоев. Мясо, да. Слой будет жареные грибы с луком. А потом будет слой морковочки, морковочки с перцем. Вот. И с этим, скажите мне, с курицей. Вот. И я вот еще, знаете, что думаю? А, еще будет обязательно присыпано все сыром, но не в большом количестве, для того, чтобы скрепить все слои. Сыр расплавится и скрепит. Так давай саморезами, у нас шуруповерты купила. Четыре штучки по углам, все в порядке. Скрепим слои, вот. И я, наверное, ни майонезом, ничего ни жирным поливать не буду, потому что достаточно свинина жирная. Сверху, я имею в виду мясо само жирное и сочное. Вот. А сверху я еще не придумала, чем мы закроем. Но интересную штучку на 5000 сделаем. Пошла жарить. Человек искусства начнет работать. Вот, ребята, морковочка у нас практически готова. Вот снаружи надо по шерсти и изнутри по шерсти. О! Ого! Ого! Морковки много, да? Морковки? Ну, я не знаю, для слоя много. Поэтому можно смело ее попробовать. Так, друзья, всем привет. Раз сегодня у нас праздничные посиделки пятитысячные, я решил тоже принять участие. Решили Сашу приобщить к приятному. Да, буду резать яйца пока. Вам батя что-нибудь расскажет. Ребятки, ну вот здесь вот показывать пока не будем. Когда слоить, можно было чуть больше отрезать. Тоненькие зарежешь. Мы не взяли. Все, в общем. Здесь уже точно будет. Вот. Это будет там очередной слой вот этого вот, это для украшения. Да, 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 да. Вот. Это для бутербродов. А, это для бутербродов. Для бутербродов. Знаете, что такое бутерброд? Вот, я хотел, понимаете, не очень проанонсировать, как она получится больше. Вот так вот отрезать. Смотри, вот так вот сразу отрезаешь, да. Нормально. Да. Так вот, мы же все обещали, а я очень такой вот, характер у меня такой мерзкий, что вот я обещал, я должен сделать. И Саша... Какой на бутерброд, Саша? Извините, я перебью. Ты говоришь, целиком положить вот так на бутерброд. Нормально. Большому куску рот. Да, рада. Это мне будет. А. Большой на бутерброд. Яйца. И уже все. Народный контроль, уже все. Вот этот маленький отдаем. Да, тебе желточек, да. Не кот какой-то, кровопийца. Хотим попробовать. Суббота же, видите, в основном рабочая. Хоть и недолго, но приходится выходить на работу. И все-таки я хочу, тут как раз люди просили 51-ю армию. А я хочу совместить два дела. То, что вы просили, дорогие наши зрители. Вот, и то, что мы обещали. Как раз по оборонной или улице 51-й армии сейчас, там ходил трамвай. Мы же как-то хотели сделать этот репортаж с Саней, что последний трамвай. Как раз там у него была конечная, он так и назывался маршрут, железнодорожный вокзал, оборонная или потом 51-й армии. Вот, так что попробуем как-то в субботу взять у какого-нибудь так с протянутой рукой пройти по городу Симферополю, дайте ключи от машины и на какой-нибудь машинке вот, проехать, потому что маршрут довольно-таки большой, он захватывает. А пешком не пройдешься. Да, нет, пройти можно. Но зачем? Сейчас там, кстати, не везде мы проедем, где ходил 4-й трамвай. Там участок улицы Гоголя, как раз он односторонний. Ну мы просто... как-то. Мы, ну, при... мы расскажем. Нет, может, выйдем там парковаться. А, есть там место, где парковаться. Найдем, где, да, запарковаться. Ну, вот расскажем, покажем. Вот есть такая мысль, может быть, даже вот в грядущую субботу получится. Если... И вот если как получится... производство. И если получится в грядущую субботу, я вам упаду на хвост и поедем в новолинию покупать гирлянды на елку. Мама насмотрелась. Нет,
В новую линию трамвай не ходил. Ну и что, мы проложим рельсы туда сами. Там столько будет в субботу народу, поверьте мне. Если там в будний день, я по работе довольно-таки часто, два раза в неделю бываю в этой, в новой линии, там просто мрак. Не, мне тут нельзя, короче, сидеть, я ухожу, а то я все сожру. Бутерброды раздельно пошли. Сначала яйцо, потом хлебушком все это закусить. А здесь потихонечку вот Елена Владимировна готовит слои этого пирога. Пирог этот, ребята, мы никогда не делали. Никогда не делали. Торт, торт. И звучит классно, да? Торт мясной. Ну, вообще, понятие торт, это всегда как-то ассоциируется со сладким чем-то. Но, судя по вот этим вот начиночкам, слоям, торт будет очень вкусный. Да, запивать его можно водкой. От спирта до чая. Ну вот, ребятки, у нас все ингредиенты готовы, и мы сейчас начинаем формировать торт. Да, ребятки, кто спрашивал про эту штуку, масло с этой, с пшикалкой, не знаю, почему это дефицит. У нас, как бы, это вообще не дефицит. Появилось в 2014 году, да, в мае месяце. Как раз в 2014 году, после возвращения Крыма домой, да, появилась вот эта штука, и оно продается, вот видите, оливковое масло. Да, оливковое масло. Причем всяких отжимов разных. Всякое разное. Всякое вот разное. Мы немножко... А кто производитель, просили там, ну, как это, не реклама, как, кто там я, производитель? Я без очков не вижу. На той стороне. Производитель. Саша, на обратной стороне. Масло оливковое. Крымское. Virgin Extra. Нет, не крымское. Solo Low Major какой-то. 46 на штрих-коде. Не знаю, написано. Здесь производитель. Подождите, 46 это Россия, по-моему. Не. Ну как? А, вообще, да. 46 это наш код. Ну не важно. Молодцы. Севилья, Испания. Вот это откуда масло. Ну, понятно, что официальный представитель, да. Значит, в России. Ребятки, мы немножко смазали вот эту вот формочку. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Это, вот, это буквально там грамму. Видите, оно там даже ничего нигде не стекает. Для страховки. А ребята, теперь начинаем формировать торт. Ну, на днище этого прекрасного торта мы укладываем вот эту прекрасную... Обжаренную. Обжаренную, да, слегка обжаренную свининку. Она же слегка... Она готова. Она готова. Ну, слегка. Свинина такая толщина. Ты же не жарила полдня. По две минуты с каждой стороны. Вот, по две минуты с каждой стороны. Так, тут надо вот такие вот заполнять вот эти вот. Пустоты. Пустоты, да. Как-то вот такими. Вот, и язычки такие есть. Ну что, ребята, плотнее не будет. Лена, два слоя. Ну. Все. Два слоя. Это первый слой. Это первый слой. Второй слой, вот эта вот обжаренная морковочка, ну она не так уж обжарена, припущенная морковочка с, болгарским перцем. Значит, это тоже слой не должен быть там сильно толстый. Сейчас мы вот это вот повыкидываем и разровняем. Размажем. Размажем, да. Ой, ребята, что-то я... О, на, мамка, видите, какие бутерброды, сейчас я вам покажу, пока папа уйдет. Бутерброд, видите, руку рядом положи. Вот она. Бутербродики, говорит, сделал. Ну, это закусочный вместо, да, вместо... Да это сэндвич огроменный можно сделать. Это закусочный вместо торта вот этого мясного. Мама мия. Со всего батона получится 4 бутерброда, нормально. Вот поэтому... Поэтому народ и пишет, что, ребята, что вы делаете со своим организмом? Ой, да. Ой, ладно. Нет, ну, мы знаем, что ты женщина добрая. Так, второй слой так. Есть. Ну, а что ты все бы вывалил, уже размазал? Действительно. Еще будет один слой. Выкладывай морковку всю, и вот это как раз в пустоты ее и засовывай. Правильно. Вот будет ровно такой ровный слой. Да, ровный слой сделаю. Это второй у нас слой. А на третий что? На третий. Сейчас да. Все я покажу. Всего расскажу. Ничего не утаю, ребята. Это 4 штуки, а у тебя погорячилось. Еще и как погорячилось. Ну, вот как-то так. Вот можно было морковочки, можно было, оказывается, я думал, много. Можно было чуть больше. Так, теперь, ребята, идет... Подожди секунду, одну секундочку. Ребята,
соль. Ты пробовал все на соль? Да. Перчиком присыпай, солью. Да. Соль, а очень аккуратно. И каждый слой слегка сыром. Так, это чтобы он держался хорошо. Чтобы держался, да. Я сижу, у меня уже полный рот слюней. Кексики я вытащила, сейчас я их уже... Видите, духовка ж одна. Это надо запекать. Я остатки кекса, ну уж, ладно. Ну уж, как-то ладно. Да. Все, хватит, хватит. А сверху можно это тесто туда так вылить и запечь. Значит, и немножко можно даже... И немножко надо... И чесночка. Укропчиком. А ну, нет, вот чесночок так лучше на наверх курицу. На курицу, нет. На курицу, да. На курицу. Так, вот так вот немножко. Теперь слой куриного мяса. Это мне вот уже, знаешь, что напоминает? Холодец. Как же у нас много там идет куриного мяса, а мало бульона. А я всегда кричу, сделайте, чтобы бульончика было побольше. Нет, Алеша любит много мяса. И Саша любит много мяса. Я больше я люблю тоже бульон. И Саша, кстати, в холодце тоже бульон я больше люблю сам холодец. Трясучку. Трясучка. Давай это... я буду делать сладкие десерты из желатина. Нет. О, сладкие... То же самое. Пожалуйста, делай, я буду есть. Сладкие десерты из желатина, это очень на любителя. У нас таковых нет. Грязные, давай, тарелки. Грязные, папа, оказывается, любит желе. Я люблю, так. Тарелку, ложку давай, я оставляю пока, на всякий случай. Так, ребята, ну, я так думаю, не что... Надо, сюда надо чесночок. Да, чесночок. Чесночок. А, давайте, чесночок. Вот у нас так порезан, он не давленный, он порезан мелкими такими тоненькими пластиночками. Мы его так сюда закинем. Все-таки курица с чесночком, они там с леганца дружат. И вот его буквально там два зубочка, граммулька. Так, сырка теперь еще у нас идет... Сырочка не надо. Сырочка надо? Да, лучше сыра еще дотру. Только слегка, все, больше не надо сыра. Ого. Так, ну тогда и этого уже. Тогда и этого уже. Так. Не переложи зелень, это же укроп, он же крепкий. Не крепкий, все нормальный укроп. Так, теперь у нас идет у нас слой, это грибы, обжаренные с луком. Грибы у нас эти самые. Шампиньоны. Шампиньончики. Я другие боюсь, чевешенки. Продавали на днях. Да, они все время есть. А вы знаете, у нас вот это дожди прошли. А после дождей было тепло, и я смотрю, народ уже все за грибами потянулся по нашим лесам, там, полям и прочим, и прочим. И уже собирают грибочки, и уже на рынке торгуют бабушки. Я знаю, там у одной можно смело покупать, не, ну его нафиг, потому что она уже постоянно торгует и молоком, и всем она торгует. Она постоянно у нас на рынке. Это вот такие залетные ребята. В переходах, которые... Не очень такого трезвого вида. Вот у тех опасно покупать. Те могут что-нибудь... Так, ребятки. Давай. Теперь так, сверху надо... Сверху надо сыр. Немножко тоже, совсем немножко, чуть-чуть сыра. Немножко, я смотри, как вот... Чисто и... как снег в Крыму. Да, и порежь теперь... Помидорчик. Давай сама помидор порежу. Давай я. Ну, а что мне не сказали? Я бы нарезал вам помидор. Нет, я же яйца резал. Ты быстро устаешь. И много пожираешь, поэтому ты у нас невыгодный парень. Да, с этой стороны стола как-то не так кушать хочется просто. Так. Сейчас я это беру, чтобы не... Не, да, ну да, время да, 5 да, часов, ели мы только утром, так что уже как бы хочется так, сейчас пожевать. Быстренько я вот этот вот помидорчик. Помидорчик Елена Владимировна почистила. Почистила, а вы знаете почему? Если бы это был грунт, можно было его оставить со шкуркой. Со шкуркой. Но поскольку шкурка дубовая, потому что это уже все, парничок. И видите, он так. Он даже не вытек сока. Вот без шкуры бедный я, а сока не дал ни грамма. Ну, хрустит, как яблоко. Как можно этим маленьким ножом вообще что-то резать? Можно. Ну да, с трудом, я вижу. Чем больше нож, тем легче резать. Да, ребятки, теперь вот это вот все вот так вот укладывается, не очень часто, потому что это немного, вот так вот по краешку, этот я еще разрежу, наверное, вот так вот, и парочку в серединку еще тоньше сделаю. Ну, это, во-первых, для украшения. Да, это будем говорить, это не слой. И чуть-чуть он, конечно, даст, да, даст томатность, помидорность. Помидорность даст, вкус помидорчика он, конечно, подкинет. Так,
Это еще не все, ребят. Это еще не все. Теперь мы... Ну что, я теперь следующий слой мяса? Да. И опять свининка. И опять свининка. И опять свининка, ребята. Ну вот это вот уже как раз все. Будет хорошо. Видите, все... Все отлично. Так, все, теперь надо сыр оставить. Жалко, такой был красивый пирог. Не, не надо, не надо. Так. Был такой красивый пирог, взял его весь мясом, закрыл, и получился обычный теперь, пирог. А нам больше и нечего такого положить, да? Это все сыром сверху засыпается. Все засыпается сыром, а сыра, наверное, мало. Сыра я сейчас... Не-не, куда мало? Не надо больше сыра. Вот этого хватит вполне. Ну, по-моему, нормально засыпано. Да, ребятки, пишите, ставьте лайк за торт, пишите комментарии, нормально так или нет. Ребятки, ну вот мы теперь начинаем собирать бутербродики. Значит, легким движением руки маслица так, чисто, скажем, символически. Чтоб держалась начинка. Да, чтоб начинка и не выпадала. Приклеилась, да, и была. Ну, то-то, не, ну кто любит масло, много, ради бога. Делайте, как вы любите. Эх, не хватает сюда, вы знаете чего. Семги. Да, красного цвета. О, и корки. И корки красненькой не хватает. А ты черт, замороженная она. Ждет своего часа. Часа. А час этот будет 31 декабря нынешнего года. Так, ну, я не знаю, примерно так. Вот, все должно удержаться. И чуть-чуть зелень дай, пожалуйста. Пожалуйста. Вот так, сюда как-то ее надо. Значит, я так думаю, что берем вот так вот красиво яйцо. Потом мы берем... Тут фантазия. Да, фантазия. Работает пусть. Потом берем шпротку одну. Парочку вот маслинок, даже можно три штучки так красиво, вот так вот, шпротку вторую. Так, теперь мы берем кусочек сыра, это пойдет вот, опа, извиняюсь, вот так, о, а потом мы еще это дело разбавим огурчиком. Чтобы нам еще туда положить огурчиком. А у меня красивее. Тут соревнования, кто тебя соберет. Вот я уже, ребята, собрала. Но вот. У меня еще зелени нет. О! О! Пусть будет. Вот такой. Дайте зелень, пожалуйста. Пожалуйста. Верните, пожалуйста. Пожалуйста, на базу. На базу, да. На базу торпедных катеров. Зелень как сразу, да, заиграла все. Конечно. Да. Ну много не сыпь. Укроп ну, все, жешь. Нормально. Это будет мой. Я его буду как? Кушать. Собери себе сам, называется. Да. Каждый сам. Это пазлы такие у нас. Так, и где еще кусочек хлеба? Вот он. Ну так. Да. В общем, собираем теперь третий. Так же. Третий также. Торт у нас уже где? Торт в духовке. Кексы готовы. Это вот лишний кусочек. Он просто портит. Да, ребятки, я так смотрю, вспоминаю, когда были первые эти посиделки, как все выглядело. Ужасно. И вот почему сейчас... ужасно? Нет, не ужасно, но... Не, ну, не так. Мы же тоже набиваем руку. Мы совершенствуемся. Совершенствуемся, да. Помнишь, как это говорят? Пора руку набить, и морду тоже. И нам подписчики помогают с посудой, еще раз большое спасибо, со всякими приспособлениями. Да, Алексей последний раз нам принес блюдо. Вот это блюдо, оно керамическое. Настоящее. Да, даже не пластмассовое, а керамическое. Он нам принес, задарил. Не пластмассовое, а керамическое. Так что, ребятки, вот так. Я же говорю, кто бы мог подумать, первые... Посиделки мы делали когда? Сколько было подписчиков? После Нового года. Подписчиков было пару тысяч, да? Я не помню. Да, где-то вот примерно в районе 2000 было подписчиков. Мы делали посиделки. Потом так они делались. И... Мы строили, строили. Потом были с тортом на 4000, были такие праздничные. На 3000 были. На 2000 тоже были. Не было, по-моему. Нет, на 2000 не было. На 2000 не было. Не надо, Лена. А, народ вообще... обманывать, вводить в оману.
И теперь, ребятки, у нас уже 5000, и, конечно же, посиделки, как папа говорит, пока смотрят, будем делать. Как не будут смотреть, будем придумывать что-то другое. Хотя я не знаю, что можно придумать. Все на Ютубе уже, по-моему, все, что могли, все придумали. Все уже придумано, да? Да. Видите, батя извращается. Еще один собирает. А, здесь три будет шпротины. Ну, они все должны они... отличаться друг от друга. А ты там что, две положил? Там две. Ну, обделил. Вот то ты будешь кушать. Но он же сказал, это мне. Да. А с моим яйцом мне вот не сделали. Вот положи, Саша. Ну, еще мне яйцо одно туда. Вот, на край. Тогда сыра не будет. На сыр и яйцо. Где? Вот он, да, здорово. Вот это вот скромный кусочек. Вот тоже так. О. Не, его перевернуть надо, кусать будет неудобно. С коровьи носочек. Так надо же показать. Во, вот так, да, во. И кусок сыра казацкого. Я, кстати, сказать, можно вот этим твоим соусом густым вот так вот уже провести. Да, можно, можно у наги соусом чуть полить. Сейчас, ага. Будет вообще супер. И он и дымком, он и дымком начнет пахнуть, и он такой сладковато. Вкусный. Похож на соево-медовый соус. Но он не соево-медовый, а, ну, в общем, не знаю, из чего там его делают. Ну, в общем, не знаю, вот такой еще кусочек. О, сейчас мы ложечкой. Последние приготовления вышел чуть подышать воздухом, а то, знаете, там кухонный комбинат работает, жарковато стало. На улице у нас плюс 12, время сейчас уже вот начало 6 вечера. Видел сегодня даже как мухи летают. Даже еще мухи и пчелки. Вот вчера показывал вам, как летали эти вот пчелки на цветочках. В общем, вот так. Сейчас начнутся у нас уже, сейчас Лешек скоро подойдет.
И начнем мы праздновать 5000 подписчиков. Еще раз хочу всем сказать спасибо огромное за то, что подписались, за то, что донатите, смотрите меня, оставляете комментарии, ставите лайки, дизлайки. В общем, мы стараемся для вас. Ну и что хотел, пойдемте покажу вам, как все это выглядит со стороны, все эти съемки, как проходят. Там они сейчас что-то делают. Сейчас посмотрите, ребятки. Когда мы начинали, конечно, ничего этого не было. Это теперь здесь получается куча света, видите. Один зонт, второй зонт. Здесь зонт стоит с лампой, с экономкой. Здесь люстру купили, все никак не повесим. Это обычный свет. Фотоаппарат стоит. Вот, видите, тут фотоаппарат стоит, на который снимаются крупные планы. Там последние приготовления. Папа клизмит там, видите, с глистогонным шприцом, так сказать. Ну, в общем, как-то все идет. Видите, целая студия работает, чтобы был хороший свет, звук. В общем, чтобы все было чики-пики. Вот так, ребятки. Ладно, скоро начнем. Всем добрый вечер. Уже вечер. Тут что-то вкусного наготовили. Вот это сиротские бутерброды мне очень нравятся. Отличные такие, да. У нас уже закончились шутки, знаете, про голодающий Крым. А вот бутерброды напоминают это о голодающем Крыме, вот, который тут весь под санкциями. Что хочется сказать. Ну, я уже, в принципе, говорил в прошлый раз. Поздравляю вас и нас. И нас, и вас с 5000, нас 5000. Я думал, что к сегодняшней субботе у нас станет 6, но что-то нет. Мы даже до сотни не довалили, но все равно прикольно. Что хотел сказать? Я что-то хотел сказать, что-то умное, не относящееся к теме. Ну ладно, я что-то... Увидел бутерброд, и все. Да, я если вспомню, я еще потом скажу. Так, ну сейчас Владимир Георгиевич, он там... Видите, 5000 кровью написано. Так, что-то тянул. Ой, хорошо, тянется хорошая лаптя. Опа. И пирог у нас такой же, как бутерброды. Да, пирог интересный, мясо с мясом. Слоистое, знаете такое? Сверху можно было подрезать ножичком. Да зачем? Эти ножичком подрезать. Пусть живет. Все, 5000 развалились. Нет, 5000 еще целые. Пока только сит развалился. Сит развалился. Ушел в народ. Так, ну вот как-то вот так. В общем. Я не буду мясо, сразу говорю. Мама, а мясо вот кусочек не будет. Маленький тут есть. Ну давай. Маленький давай. Будет. Бутерброд не будет, тут, сказала. Тут нет мяса, тут тебе овощи пойдут. О, замечательно. Там меню скромное, но питательное. Она себе бутерброд, ты так понял, не сделала. Нет, это подожди, ничего, надо что-то подкинуть. Бутерброд я, ну не хочется, да. Ну, красивый. Такой бутерброд Елена Владимировна не осилит за неделю. Бутерброд. Знаете, раньше мама делала очень вкусные бутерброды, я вам сейчас скажу, набрала, берете обычный батон, разрезаете его пополам в длину, вытаскиваете вот эту мякушку, потом берете все, что входит в пиццу, зафигашиваете это в две полубатоны, это все кладется на противень, Алекс. Заховывается в духовку, и оттуда получается два вот таких классных бутерброда. Ну, ребята. Алексу сегодня именной кусок будет. Алексу именно, но вот это то, что я кушаю. Дай мне тарелочку, пожалуйста. Это я уже ее сейчас стаскивать буду. Да? Угу. Не, ну а что там не божественное может быть? Вот видите, как раз мне идет с надписью Алекс. А у меня тут какая-то пятнашка? Или это ид? А, это си. Ребята, нет, у меня кусочек мяса вот попался. Очень вкусно. Рекомендую. Да, и куриное мясо есть. А да, у меня кусочек мяса с салом попался. Это хорошо. Ребятки, если будете делать, сит писать, Алекс, не обязательно. И 5000, кстати, тоже. Это и без этого будет, я так вот чую, что очень вкусно. Да. Смотрите, какая красота. Но зато, ребята, представляете, именной кусок мяса получает художественный руководитель вот этого. А, красота. А я бы еще 50 грамм к этому делу выпил. Я забыл. Да. Мы, ребята, алкоголь очень вреден, мы стараемся не показывать, но так как у нас с вами сегодня праздник, то сегодня он полезен. По 50 грамм мы коньячка обязательно выпьем. Ну это мы на камеру говорим по 50, а сам там есть, мы выпьем побольше. А, я как раз вот прошел, показал, как это все. Ну вы этого не увидите. Как вся эта народ наконец-то увидел эту студию. Да, как все это выглядит, как все это готовится, снимается, ну со стороны показал, как... Чем крупные планы, как снимаются на треноге с этого вот с фотоаппарата. Да у вас сегодня закулисье, да, друзья мои. Зазеркалье.
Ну и вот как-то вот так вот. А я у себя дома вскрыл полы. Все-таки вскрыл. Да. И знаете, что я обнаружил? Не поверите. Золото. Ничего. Керамзит. Я теперь вообще не понимаю, как лаги у меня лежат вдоль досок. Это нарушает все строительные нормы. Ну дальше разбирать просто некуда, там мебель стоит, надо ее куда-то передвинуть. Но это смешно. Так, ну... Вы только не забудьте, что вот этот бутерброд, это бутерброд вот этот, твой, да, это мой. Это папин, средний это мой. Санин. Они все разные, это у Наги налит соус. Ага. Ну что, ребят? Давай, чокнись с ребятами. Да, ребятки, спасибо вам за то, что вы с нами. Мы, в общем-то, не стремимся ни к 5, ни к 10 тысяч. Это не самоцель наша. Наша самоцель – общаться с вами, дарить вам доброту, поделиться какими-то рецептами, что мы умеем, послушать от вас, что вы нам подскажете, что вы умеете. Поэтому спасибо еще раз и будьте здоровы. Да, это папина не самоцель, а моя самоцель – подписчиков весь мир. Чтобы был в наших подписчиках. Это сколько там? 6 миллиардов или сколько нас там? Вот. Ребятки, на самом деле у нас и так подписчики по всему миру есть, потому что иногда такие комментарии приходят от так, с таких мест, что я и не слышал про это. И языка такого-то нет, но пишут на русский. Так, ну все. Еще раз вас с праздником, нас с праздником. До встречи завтра. Нет, завтра навряд ли. Ну мы-то все встретимся. Да, ребятки, в общем... За вас, за нас и за Горгарс. А я разломила вот кексик. Вот кексик. Вот видите, там шоколадка внутри. Я так хотела побольше, и мне, конечно, меньше всего получилось. Но ничего страшного, сейчас попробую. Возьми еще один, разломи этот, я съем. Вот проблема, что ли? Ну, я сейчас вот разломлю, а там еще меньше будет. Ну, выберешь, где больше. Я шоколад-то не очень. Ой, правда, химия такая вкусная. Да. Вот, в общем, ну, кексик я, наверное, два и съем. Бьешь рекорды. У нас же открыли памятник Александру Третьему. Вчера в Ялте. В Ливадийском дворце. Ливадии, да. Он так там вписался. Классно. Он здоровый такой, красивый. Да, памятник. Его посетил это мероприятие. В общем, речь хорошая. Но у него плохих речей не бывает. Вообще, я его обожаю. В общем, ребята, всего вам хорошего, доброго. На следующую всю неделю. А я сейчас буду отдыхать. А у нас обещают легкий снег, ветер, легкий дождь. Ты бы попробовал. Это подарок из Москвы. А я пробую. Так ты же ничего не говоришь. А что тут говорить? Я первый кусок взял, его даже жевать не успел, он у меня так проскочил. Ой, это чисто мяско. Чисто мяско. Теперь я начинаю ловить вкус. А вкус у него такой овощной. Ну так там есть овощи. Мне, ребятка, соли не хватает. А мне вроде все хватает. Думал поперсить, потом смотрю, вроде так все красиво. Не буду добавлять черненького. А я буду. Вот, ну, это, конечно, прикольно. Ну, на бутерброды мы, наверное, включимся отдельно. Не хочу я вкусы смешивать. Да, чего бутерброды уже включать? Уже попрощаемся. Да, ребята, они вкусные. Бутерброды не могут быть невкусные. Это же бутерброды. Да, это же бутерброды. Поверьте, что там все вкусное. Все готовое. Вот единственное, еще раз хочу повториться. Советую, если вдруг у вас появится у кого-то казацкий сыр, возьмите, не пожалеете. Он... Я же уже говорил, это смесь примерно брынзы и адыгейского сыра. Но все в норме там, отлично. Ну, и на этой радостной ноте я хочу с вами попрощаться, пожелать вам хорошей рабочей недели следующей, еще лучших выходных следующих. И всего. А там и лето не за горами. А да, нет, там скоро лето, и мы вас ждем в Крыму. И будем готовить, и будем показывать море, пляжи, столовки, весь Крым. Да, ребятки, вот так. В общем, все сейчас все будут доедать, подъедать. Вот, видите, все втроем потихонечку вот влезли от края до края. Это рожа у нас широкая, мы сегодня влазим в один кадр. В общем, ребятки, вот такие посиделки. Еще раз поздравляю всех нас и сам себя с 5 и всех вас. И всех, вообще всех, короче, с 5000. Ну и будем стремиться расти или не будем. Ну, в общем, да, будем стараться делать все лучше и лучше. И лучше. Да. Все, ребятки, на этом все как всегда. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и увидимся в новых видео. Я думаю, скоро. Все, ребятки, пока.